Сегодня в выставочном комплексе «Гостиный двор» в Москве торжественно откроется международный архитектурный фестиваль «Зодчество 2021». На этом престижном профессиональном форуме будет представлен архитектурный проект магаданского парка «Дюкча», уже реализуемого на территории зоны отдыха «Горняк» в столице Колымы. Дизайн-проект парка этнической культуры народов Северо-Востока «Дюкча» в свое время был представлен мэрии Магадана для направления на всероссийский конкурс лучших проектов со создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Автор проекта – главный архитектор муниципального техконтроля Людмила Терещенко. Разработчик успешно реализованного мэрией Магадана в 2019 году проекта «Парка Маяк». Специалисты городского учреждения техконтроль своевременно подготовили проектно-сметную документацию, согласно которой сметная стоимость объекта составляет более 200 миллионов рублей. Участок, где полным ходом идет строительство парка «Дюкча», находится в северо-восточной части города, на левом берегу устья реки Дюкча, за мостом на побережье бухты Гертнера. Данное место является одной из популярных точек притяжения магаданцев. Одно из принципиальных решений проекта – объединение пространства парка с природной средой. По всей площади запроектирована сеть пешеходных дорожек, маршруты которых предполагают возможность выхода на лесные тропы и площадки для отдыха у реки. Зона променад заканчивается акцентной точкой, радиальной площадью с расположенными на ней сценой в этническом стиле, деревянной трибуной и местами для отдыха. Общая площадь благоустройства составляет более 3 гектар. Магаданская экспозиция на фестивале в Москве собрана с учетом самых современных презентационных технологий. Посетители и члены жюри международного архитектурного фестиваля смогут получить исчерпывающую информацию о новом передовом общественном пространстве города Магадана.